Привет. Долго ждал? Да. Я тебя тоже здесь долго ждала. Скажи, начнем с простого. Как у тебя дела? Отлично. Вопрос второй. Что ты должен обязательно сделать в Улан-Удэ в эти дни? Встретиться с друзьями. Почему ты хочешь вернуться в Санкт-Петербург? Больше работы. Со скольки лет ты уже танцуешь? С 5. Скажи, как родители относятся к твоему образу? Нормально. И считаешь ли справедливым решение судей шоу «Танцы на ТНТ»? Да. Да? Да. Но, как сказать, я считаю это справедливо, просто обстоятельства, в общем, так сложились, можно так сказать. То есть что-то могло пойти и по-другому, да? Да. Ладно, будешь ли ты второй раз пробовать да. на шоу? Да. В следующем сезоне? Да. Что часто тебе пишут в Direct? Слова поддержки. За каким блогером ты следишь? Я не слежу за блогерами. Но в основном я слежу за талантливыми людьми из Бурятии, вот, из Улан-Удэ. А, например? Например, Шагдарова, Женя, Амсвит Енот и Молоко, в принципе. Ну и очень много талантливых ребят у нас в общем здесь. Какие у тебя проекты в ближайшем будущем? В ближайшем будущем я в основном провожу классы. Вот, сейчас еду в Казахстан, да. Что вот. Там будет? Что тоже значит? Мастер-классы, вокбал и так далее. Что ты узнал, вот как тебя удивил Санкт-Петербург и Москва? На самом деле, в Санкт-Петербурге и Москве очень много талантливых ребят, и там можно, не знаю, больше зарабатывать, то же самое, не знаю, что еще сказать. В общем, ну там больше всего, больше продвижения, больше, не знаю, вот. А как ты планируешь встретить Новый год? Ну, не знаю, нормально, как все. Дома? Дома, да, в Питере. Спасибо большое. Пока-пока. Пока.